Уважаемые таганрожцы, мы живем в цивилизованной стране, дай бог, отчасти культурной. Вот многоквартирные дома стоят, гуляют дети, вы же сами гуляете. Вот скажите, пожалуйста, можно убирать экскременты со своими животными, которые лежат конкретно на тротуаре? Вот как можно так жить? Вот объясните, пожалуйста. Тяжело взять пакетик и убрать совочком какашки своей собаки.